погибла мать в результате браконьерства. Ну и вот пришлось забрать двух этих котят, самца и самку. Вот мне самочку отдали, маленький комочек такой. Пришлось выхаживать несколько раз, она была между жизнью и смертью. Ну вот 4 года она у меня живет. Проблема единственная с Линькой. А та, конечно, я с ней душа в душу. Ну, вот так вот. Нопочка, иди сюда, моя мальчика. Нопа, иди сюда. Ну вот, не надо, не бой. Ну что, что с тобой? Что, моя мальчика, чего? Ну что, что, ну не надо, не надо, моя хорошая. Да ты же моя мальчика. Моя ты прелесть. Так, в общем, зверь коммуникабельный. Я не испытываю страх абсолютно никакого, я к ней привык. Да ты ж моя грозовица, да ты ж моя, моя ты прелесть, моя ты девочка замечательная, моя. Никогда никого не укусила, нет, я не допускаю. Ну, хорошенькая, ой, моя, моя, да ты же моя девочка. Ну, иди моя, да ты же остеньки. Ну не надо. Ты что ухо меня схватило? Кнопка. Нельзя за ухо хватило держать. Иди моя родная. Да ты же моя радость. Ты же моя, 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 моя. Не разодрала, вроде нет. Да не, держал аккуратненько. Но больновато замочку. Идем, идем. Вы, пошли. Сюда иди, она кушать будет. Вот это ее дневная норма. Грамм 600 обрезей. Если я чувствую, что когда к ней захожу, она начинает рычать на меня, значит, она немножко недоедает. Значит, надо рацион увеличивать питание. Зверя держать голодным нельзя. Я источник питания. Она может в любой момент броситься или стать очень агрессивной. Я не боюсь этого абсолютно. И я знаю ее слабые места. И когда она начинает где-то агрессивно, я ее беру за эти места, хватаю, она становится как парализованной. Иди сюда! Стой! Рычи! А ну прекрати! Прекрати! С ней я пробовал, да, спал как-то, но она ночью мурлычет, начинает лизать и усами щекотит, не уснешь, конечно. Ну давай еще, полежи. Ой, ты моя умничка, умничка, моя девочка, умничка. Ну я вообще один живу, поэтому просто так и получается, у меня никого нет, я и она, и все.